Дорогая и любимая семья 11 А-класса, за эти годы мы действительно стали настоящей семьей. Мы переживали взлеты и падения, горесть и разочарование, но всегда оставались вместе. Мы желаем, чтобы ваш жизненный путь был не слишком крутым и сложным, а работа в будущем приносила вам не только материальное удовлетворение, но и духовное. Добивайтесь всегда своих целей и будьте бесконечно счастливы. 11 лет – это достаточно большой промежуток времени. Именно поэтому школьные годы остаются в памяти каждого человека на всю жизнь. Спасибо нашим учителям, которые были рядом с нами все это время, поддерживали нас, помогали, где-то ругали. Ну а с нашими одноклассниками, я думаю, мы будем общаться на протяжении всей жизни и не теряться. Нам предстает через видение Воланда. А ведь это же увидела масса. Вот он настолько глубоко погрузился в историю, что сумел увидеть истину, увидеть события так, как они происходили. Он действительно по-настоящему одаренный творческий человек. Что случилось с его романом? Не признали, да, его не приняли критики. Его осудили. Его не приняли критики. И вот он говорит: чудовищная неудача с романом как бы вынула у меня часть души. Нашла на меня тоска, и появились какие-то предчувствия. Статьи, заметьте, не прекращались. Второй стадией было удивление, что-то на редкость фальшивое и неуверенное чувствовалось буквально в каждой строчке. А затем, представьте, наступила третья стадия – страх. Словом, наступила стадия психического заболевания. Вот посмотрите, от тоски, от боли душевной, из-за того, что роман не принят, перешла у него, появилось состояние удивления. Почему такое отношение? Затем страх и... началось психическое заболевание. Вот он
прекрасно знает историю, он прекрасно знает прошлое, оно ему открывает свои тайны. А знает ли мастер существующую жизнь? Нет. Он жизни не знает, и поэтому автор говорит, вернее, он говорит, я вошел в жизнь, и тогда моя жизнь кончилась. Он не знает жизни, он не сумел противостоять бурям, болям жизни. И поэтому мастер закончил жизнь свою где? В клинике. Закончил в клинике. Он боролся за свой роман? Нет. Понимаете, он, ему открыта истина, он творец. Но он по этой жизни не борец. Он не может активно действовать. Он по этой жизни просто опустил руки. Он сдался. Он опустил руки. И что сотворил своим романом? Сжег. Он его сжег. Он бросил ему печь. Вот поэтому он не заслуживает рая. Он не боец. Он просто служит истине. Он не может противостоять бурям жизни. Он ищет в этой жизни только чего? В первую очередь, мне бы хотелось сказать вам огромное спасибо, мои одноклассники. Я желаю вам добиться всех поставленных целей в жизни, быть счастливыми, обзавестись крепкой семьей. Но самое главное, я желаю вам стать достойными людьми и помнить, что все мы люди и должны ими всегда оставаться, помогать друг другу, быть добрыми, сострадать. Отдельное спасибо я хочу сказать людям, которые были для меня не просто одноклассниками, а стали друзьями. Спасибо вам за эти веселые моменты, за понимание, за поддержку. Я надеюсь, что мы с вами сохраним общение на долгие годы. Я хочу сказать, что я очень горжусь тем, что 11 лет я проучилась именно в нашей 52-й школе. Я горжусь, что именно вы были моими одноклассниками, что именно наши учителя были нашими учителями. И напоследок хочу передать привет в будущее всем, кто сейчас смотрит эту запись. Люблю, целую, обнимаю. Спасибо. Дорогие одноклассники, эти 11 лет пролетели очень быстро. И как будто-таки вчера был первый класс, а сегодня уже заканчиваешь 11. И как бы хотелось вернуться туда, в 10 класс, и заново пройти все уроки, творческую деятельность, живой океан. Хочу пожелать вам, самое главное, не потерять себя в жизни. Без ошибок никуда нельзя, и ошибки совершаются, но из них копится опыт. И самое главное, ставьте цель и добивайтесь своей цели любыми способами. Идите вперед, и вы всегда к ней придете. И я надеюсь, что на следующей встрече выпускников соберутся все, и у всех будет все очень хорошо. Прошло 11 лет. И со всех маленьких детишек, первоклассников, мы превратились в взрослых людей, которые стоят на пороге во взрослую жизнь. Себе и всем своим одноклассникам я хочу пожелать добиться той цели, которую они ставили перед собой в жизни. Выбрать ту профессию, которую они действительно хотят по душе. И чтобы она им приносила только удовольствие. Также огромное спасибо хочется сказать нашим учителям, которые все эти годы вкладывали в нас добро и свое тепло, которые растили нас как собственных детей. Мы будем помнить вашу нежность и теплоту всегда. Спасибо вам большое. Всем привет. В общем, сейчас мне хочется поговорить немного о детстве.
Детство – это прекрасный период нашей жизни. В детстве мы получаем те самые искренние эмоции, учимся радоваться чему-то простому и незначительному. Понимаем, что такое любовь и дружба, злость и радость. Мы знакомимся с людьми и как губки впитываем все то, что делает нас потом личностями. Но этот прекрасный рассвет нашей жизни заканчивается. Начинается наш длинный день жизни. В этом дне заключено все, и пасмурные моменты, и солнечные. Но что бы ни случилось, мы должны держать тот лучик света, что мы ухватили на рассвете, и принести его через всю нашу жизнь. В этом луче все то, чему нас учили родители, то, чему долго учила наша школа. Ведь она внесла в нашу жизнь огромное количество знаний, опыта. В ней мы впервые узнаем, что такое дружба, что такое любовь, что такое грусть и радость. Все наши победы и поражения учили нас тому, что нужно всегда оставаться таким, какой ты есть. Сейчас мы на ступени перехода в нашу долгую жизнь, взрослую жизнь. И я хочу пожелать каждому оставаться таким, какой ты есть, и не терять себя. Всем спасибо, всех люблю. И снова здравствуйте, да? Ну и тема нашего сегодняшнего урока – какая должна быть химия, если бы у нас были деньги? Так. Записываем. Качественные реакции на ионы. 1 мл хлорида бария. И добавляем 1 мл сульфата магния. Я хочу выразить большие слова благодарности моим одноклассникам, классному руководителю, которая сделала из нашего класса дружный коллектив. Благодаря нашему классу мы смогли преодолеть все трудности, которые столкнулись на нашем пути. Мы стали настоящей семьей. Ну и как в каждой семье есть свои изъяны, но они быстро затираются на фоне крепких братских отношений. Спасибо классному руководителю Елене Валентиновне и моим одноклассникам. Дорогой 11 наш класс, в конце уже хочется сказать вам пару слов. С многими мы знакомы очень с вами давно, а с многими недавно. И за эти все годы вы стали нам очень родными людьми. Говорят, что первая дружба школьная, что первые школьные события не забываются никогда. Вот я вам хочу пожелать, чтобы вы никогда не забывали нас, и мы никогда не забудем, и мы никогда не забудем. У вас в жизни будут трудности, будут неудачи, будут потери, но вы все сильные, и вы все справитесь с этим. Я желаю вам добиться в жизни того, чего вы сами захотите, потому что вы этого достойны. Также хочу вам пожелать того, чтобы вас в жизни окружала любовь, ведь без любви ничего в этой жизни невозможно. Она будет вас направлять и поддерживать на всем вашем пути. Нам будет очень сильно не хватать вашего тепла и всех тех улыбок и моря позитива, которое всегда было между нами. 11 лет, которые мы провели вместе, прошли настолько быстро, что мы бы хотели повторить их еще не один раз. И я хотел бы пожелать вам исполнения всех ваших самых сокровенных желаний, здоровья вам и вашим родителям, которые понатерпелись за эти 11 лет гораздо больше, чем и вы сами. Зачастую в нашу жизнь вмешиваются серьезные моменты.
требующие особого внимания к себе и к той ситуации, в которой мы находимся. Мы, к сожалению, не можем предугадать будущее, и поэтому сталкиваемся с ошибками и проблемами. Себе и своему любимому классу, который стал очень мне дорог за эти годы, я хочу сказать о том, чтобы вы не теряли самообладание. Любым учителям, которые были со мной все эти годы, я хочу сказать то, что вы дали мне тот материал, с которым мне двигаться дальше. Вы указали мне тот путь, по которому я буду идти. Кто бы сейчас не смотрел это видео, и сколько бы вам ни было, я хочу сказать о том, что вы, я думаю, стали самодостаточными людьми и оправдали ожидания свои, ожидания родителей. Перед вами стоит путь дальше. Перед вами вновь те эмоции, те ошибки и те победы, которые вам стоит ждать. Вы будете испытывать любовь, которую вам стоит ценить, радость, которую вам придется испытать, и грусть, через которую вам придется переступить. Я надеюсь, что, несмотря на все это, вы добьетесь успехов, вы не сойдете с того пути, который наметили, и обязательно будете беречь себя и тех людей, которые сейчас вам дороги. Понимаете, история – такой предмет, который повторяется. И не предмет повторяется, а история повторяется. Если мы не будем с вами историю учитывать, то мы опять будем делать ошибки. На те же ошибки будем наступать, на эти же грабли будем наступать. Я хотела бы вам рассказать интересную историю, даже не столько в плане интересную, сколько поучительную историю, касающуюся прихода к власти Гитлера. В Первой мировой войне Гитлер окончил ведь чертежное училище. И в Первой мировой войне он был обычным солдатом и фрейтером, который был обычным писарем, он не был на передовой. Но так уж получилось, что когда происходили боевые действия, то происходит сбой в связи. Нужны были быстрые ноги. И вот Гитлер-то и был быстрые ноги. И он что сделал? Он очень быстро добежал, куда нужно, быстро сообщил, и очень быстро данное подразделение, оно ушло с этого места. И таким образом он спас жизнь довольно большому количеству людей. И за это ему присвоили, не присвоили, а дали орден, там, крест, да, Минский крест. Это была первая его награда, которые он скрывал. Почему скрывал? Потому что стали шутить над ним. Тогда еще, когда он не был никем ведь, а шутили за что? Что тебе дали орден за быстрые ноги. Вот. И Гитлер очень переживал за это. Как это так? Всем дают за мужество, за героизм, а ему за быстрые ноги. Когда 1933 год пришел, и Адольф Гитлер пришел к власти, то 8 человек, которые были свидетелями данной истории, эти 8 человек начали попадать в очень такие непредвиденные ситуации. А ситуации эти казались бы, в общем-то, не только непредвиденными, а несчастными случаями. Это были все свидетели этого события, то есть те, кто над ним потешался, те, кто знал данную подлинную историю. И получилось, что одного человека, один человек, например, утонул в колодце, набирал воду в колодце и упал в колодец, утонул. Другой попал под машину, под колеса машины. Третьего избили так на улице хулиганы, что он в конце концов в больнице умер. Когда остался последний, а они держались как-то все вместе, ну как ветераны держатся, да, вот. И когда остался последний, он понял, что ему нужно спасать свою жизнь. И вот он тогда из Германии сбежал и таким образом сохранил свою жизнь. У меня такая история. Я уже говорила вам об этом, что я всегда вот вами восхищаюсь. У меня такая гордость была, думала, какие молодцы. Вот надо же вот настолько танцевать, что вас сравнили. Ведь это же не то, что вот отдельно, понимаете, а это же весь класс. Сравнили с ансамблем таким, ну, профессиональным, который вот танцует нас. Поэтому я очень-очень горжусь, что вы такой плюс сделали нашей школе. Поэтому история, она придет к вам. А это уже есть. Спасибо вам большое за это. Все. Дорогие одноклассники, за 11 лет мы стали не просто единым коллективом, а, можно сказать так, единой семьей. У нас было много трудностей, которые мы преодолевали вместе, одним сплоченным коллективом. Я желаю вам счастья, успехов, чтобы вы добились всего, чего вы хотите в жизни. Устроились на ту же работу, на которую хотите. Ну, чтобы у вас была хорошая семья и все,
Всего хорошего. Дорогие мои одноклассники, за все 11 лет я знал, что на вас всегда можно положиться, что всегда меня кто-то может поддержать, всегда я кому-то помогаю. Я желаю вам счастья, удачи, любви, успешно сдать все экзамены, поступить в университет, какой хотите, и чтобы вся жизнь сложилась хорошо. Открываем электронную таблицу Excel. Открыли электронную таблицу? Открыли? Значит, в электронной таблице Excel создаете свое расписание на неделю. Дорогой Нестеа, за все те годы, что я в этой школе учился, мы стали настоящей семьей. Вместе нам было весело, мы танцевали, пели, учились. Мы кучу лет провели вместе, мы успели стать настоящей семьей. Ребята, каждый из вас для меня, дорогой человек, каждый из вас для меня семья. Своей семье я желаю самого лучшего. Желаю, чтобы все ваши стремления, они воплощались в жизнь, чтобы жить вам было в удовольствие. И еще мне бы хотелось, чтобы потом, когда мы закончим школу, мы почаще виделись, почаще встречались вот в этих вот стенах. Всем привет! Дорогой мой и любимый 11 А, я искренне желаю, чтобы вы все в будущем были счастливыми, потому что каждый человек хочет этого. Я хочу, чтобы вы все поступили туда, куда хотите. И я желаю этого очень искренне, потому что я знаю, какие разные бывают школы, и из всех школ, в которых я училась, вы действительно самая лучшая моя семья, вы всегда помогали мне. Я хочу, чтобы вы все стали достойными людьми, чтобы у вас были такие же хорошие друзья, как есть сейчас, потому что я считаю, что мы не только семья, но и друзья. И вы всегда можете найти поддержку в нас. Я вас очень люблю. Дорогой мой 11 А, я с вами с самого начала, с первого класса, и вы мне все очень дороги. И я желаю вам всего самого наилучшего, успеха в дальнейшей жизни. Пусть исполняются все ваши мечты. Успехов в учебе в дальнейшем, чтобы все поступили куда хотели, чтобы устроились на хорошую работу. Ну, будьте счастливы. Сейчас мы с вами проверим законы последовательного соединения проводников. Вспомним давайте сначала их, чтобы потом проверить. Да? Итак, при последовательном соединении что у нас не меняется? Какая физическая величина остается неизменной? Сила тока. Так, напряжение в цепи. Увеличено. Напряжение в цепи находится как сумма напряжения на каждом участке цепи. Первое, давайте, что мы с вами сделаем, это зарисуем схему электрической цепи, которую мы сейчас будем собирать, соответственно, и проверять. Итак, из чего у нас состоит любая цепь? Прежде всего, что нам нужно? Из ваших тока нам нужно. Давайте мы зарисуем лампочку, резистор, каким-то сопротивлением. И, соответственно, что еще мы включим в цепь? Амперметр, который включается в цепь как?
Последовательно. Цепь мы что? Это мы амперметром измеряется у нас сила тока в цепи. Хорошо. Подключи вольтметр к лампочке. Вольтметр подключи к лампочке. Так, возьми линейное на проводу. Наши синие там пойдут. А что, как включить? Так, ну, работает цепь сейчас? Не работает. Ключ замкнули. Так, источник тока у нас не работает. Включаем источник тока, замыкай цепь. Соответственно, что нам показывает амперметр? 1,1. Чего? Ампер. Ампера. Так, и вот таким вот образом. Соответственно. 3,50. Так, общее напряжение в цепи равно сумме напряжения на каждом участке цепи. Я в этой школе всего 2 года, но за это время многие стали мне родными людьми. Всем и каждому хочу пожелать поступить туда, куда хотите, найти любимую работу. Пусть родные и близкие всегда будут рядом с вами. Несмотря ни на какие жизненные трудности, оставайтесь всегда людьми, а в душе будьте такими же счастливыми выпускниками. 11. Я хочу вам пожелать достигнуть своих целей. Ведь единственное то, как мы можем отблагодарить наших учителей за проделанную ими работу, это стать успешными, это достигнуть тех целей, которые поставили. Я очень рад, что эти 2 года моей школьной жизни, последние годы моей школьной жизни, прошли именно в этой школе, именно с этими людьми. Я хочу вам сказать большое спасибо за эти 2 года. Исходное положение принять упражнением вправо. Начинай. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
Дорогой 11-й, уже прошло 11 лет, и сегодня я хочу вам пожелать того, о чем твердят испокон веков многие российские и зарубежные классики. Я хочу вам напомнить о том, что нельзя любить и быть счастливым, заведомо творя зло, как считал писательница романа Энн Райс «Интервью с вампиром». Также я вам желаю, что вы должны исцелить разбитое сердце века, о котором говорит Арман в том же самом романе. Я хочу вам сказать, что вы должны иметь свое мнение каждый, что не верьте тому, что говорила Анна Реда Бальзак в романе «Блеск и нищета куртизанки», что не существует мнений, существует лишь выгода. Помните, что честное имя – это главное, что есть у человека, это гарант его успеха. Об этом твердил Брэм Стокер в романе «Врата жизни». Конечно, помните, сегодня мы говорим много хороших слов о вас. Помните, что они все возвращаются к вам из прошлого в будущем и сыграют еще свою роль. И в этом же, это тоже говорил Брэм Стокер в том же романе «Врата жизни». И, конечно, знаете, что помните слова великого писателя Максима Горького, что человек – это звучит гордо. Уважаемый 11-й А-класс, прошло совсем немного времени, когда я пришел в эту школу. Но все это время было пронизано незабываемыми красками и впечатлениями. Мы прошли огромные трудности, например, такие как живой океан. Но все то время было самым незабываемым и самым ярким в моей жизни. Хочу вам пожелать удачи, чтобы вы оставались такими же яркими и творческими людьми, какими я вас увидел. Также спасибо учителям, которые были вместе со мной и помогали мне пройти весь этот трудный путь. Прошли 11 лет моей школьной жизни, и я поняла, что самыми важными знаниями не являются знания из области физики, химии, биологии и других наук. Самым важным знанием является умение общаться с живыми людьми. Когда мы встречаемся с новым человеком, конечно же, мы сразу оценим его внешний вид. Мы сразу обращаем внимание на его манеру говорить, и даже мы смотрим на его поверхностные знания, которые он выдает во время встречи. Но, притираясь с человеком и более с ним взаимодействуя, мы все это выкидываем на второй план. В первый план выходит его внутренний мир, и мы смотрим именно в этот внутренний мир. Манит к человеку его широкая душа, добрый взгляд и милая улыбка. И я желаю не только себе пользоваться этими знаниями, но и всем ребятам и девчатам моего класса. Хоть мы все разные, и каждый из нас индивидуален, хотим мы от жизни одного и того же. Мы хотим дружбы, мы хотим понимания и мы хотим любви. Дорогой 11-й А, вот и закончилась школьная пора. За эти годы мы все повзрослели и из трогательных птенчиков превратились в настоящих птиц, готовых лететь, расправив свои крылья. А нам бы очень хотелось вам всем пожелать, чтобы те яркие и памятные вас поминания грели ваши сердца всегда, и чтобы будущее вас очень сильно манило теми обширными возможностями, которые оно будет вам давать, чтобы вы верили в свои силы, чтобы вы верили в свои желания, чтобы вы не останавливались на достигнутом, и чтобы вам было совершенно неважно, упали вы или поднялись, потому что вся жизнь, она полна как падений, так и взлетов. Поэтому самое главное – это не сдавайтесь, идите только вперед, слушайте себя и свое сердце, и оно вас точно не подведет. Впереди длинная и интересная жизнь, и мы желаем каждому найти в ней свою дорогу. Да.
пусть сбудется все вами задуманное, все ваши свершения осуществляться. И самое главное, ваши планы, чтобы ваши планы пришли в действие. А люди, которые были с нами все эти долгие годы, останутся в вашей памяти навсегда. But other students, other little pupils will come, and we teachers will teach them. Of course, we will worry about the results of your exams. We and your mothers. Yes, your mothers will worry about your exams, but not only exams. Mothers are people, especially people, who will worry about you all their lives and all your lives, because you will be children for your mothers and fathers forever. There will be some words, maybe you have forgotten them. Look here, selfish means, please teach me. What does it mean unselfish? Just почетный. Уважаемый почетный. This is from your moms, yes? Look here, with great love, your mom. So you may imagine that I'm your mom for 5 minutes. So, mother says, I can teach you things, but I cannot make you learn. Can you translate it? What does it mean? I can teach you things, but I cannot... научить тебя, но не могу заставить сделать. Научиться, да? Я могу тебя научить чему-то, но научиться заставить я тебя не могу. I can allow you freedom. Now, look, please, maybe you'll guess. I can allow you freedom. Can your moms be responsible for your freedom? So, can mothers be responsible for your freedom? Your moms can allow you freedom. What is it to allow freedom? Yes. Yes. But come here. I cannot be responsible for it. Yes. Put it here. Well, yes. We'll do it beautiful. Well, I don't have a lot of madness. Okay. Yes, but I cannot be responsible for it. Your moms can't be responsible. I can offer you advice. Совет? Предложить совет. Совет. Yes, совет. But we cannot decide. Yes, yes. Because you will decide in your future lives, not your moms. So they will also give you a piece of advice. Yes, I will help you. You'll do it beautiful, yes, like this. I can teach you to share. Yes, делиться. I can teach you to share. But I cannot make you unselfish. Yes, I can't make you unselfish. Okay. Now read and remember. So I can advise you about facts of life. Yes. What about your reputation? Can your moms build your reputation? Yes, this one, please take. So, I can give you love, and all mothers give you love. But I cannot leave it for you. No. So, I gave you love, life you, mothers gave you life. Я подарила тебе жизнь. So, don't forget our school, don't forget Ирина Силовна. And in February, I believe that you will, while you're going to the cabinet of chemistry, don't forget to come here. Will you? Yes. Yeah. Well, thank you. The lesson is over. Bye.
множество точек пересечения решетки на границе фигуры. Запиши, пожалуйста, формулы прямо пальцем. Формулы? Да, еще раз запиши формулы прямо пальцем. Покажи, как этой формулой воспользоваться для вот того конкретного случая. В B мы находим количество точек пересечения решетки внутри фигуры. Это их количество равно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вам понятно, что за точки пересечения решетки? Дальше. Горизонтальных и вертикальных линий. Именно эти точки. Дальше находим количество пересечения точек решетки на границе фигуры. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И делим это полученное число на 2. Поставь сначала 8 на 2, чтобы они видели, что это. И отнимаем единицу. Получается у нас 7 плюс 4 минус 1 равно 10. Равно 10. Как можно было найти площадь этого четырехугольника иначе, не используя формулу? Разбить на какие фигуры? Разбивать, не помните, можно только горизонтальными, да, и вертикальными линиями. Да. Какой треугольник вверху получился? Прямоугольник. Найдите его площадь. 400. Ну, расскажи как. Одна вдруг вторая. Забыл кто-то. Одна вторая. Катит на катит. Одна вторая. 4 на 2. И будет 4. Найдите, пожалуйста, площадь треугольника, который расположен внизу. Какой формулой, Настя, можно воспользоваться? Ну, вот этой же можно. Разве можно? Высоту провести. Высоту нужно провести. А почему у той формулы, которой Андрей, он не прямоугольный? Когда уходит очередной класс, с которым очень много времени проводишь вместе, очень грустно становится. В очередной раз мы с вами прощаемся, пусть даже ненадолго. Я уверена, что вы будете очень часто, ну, по крайней мере, первые 5 лет точно приходить в гости. А, ну вот, какое-то тепло вместе с вами все равно уходит. Становишься, мне иногда кажется, становишься суше с каждым уходом новых детей. Я запомню вас очень творческими, я запомню вас очень активными, целеустремленными. И несмотря на то, что, может быть, ругалась, может быть, там была чем-то недовольна, но в целом я очень довольна вами. Вы успешны, на мой взгляд, вы будете успешны и в жизни, не только в учебе, не только в каких-то внеклассных делах, которые вы проявляли. Я надеюсь, что вы будете успешны в жизни, и даже уверена, что вы будете успешны в жизни, потому что у вас все для этого есть, и целеустремленность, и жажда знаний, несмотря на, может быть, не математических знаний, но в целом жажда что-то узнавать, что-то, чему-то учиться, она у каждого из вас есть. Я хочу пожелать только одного – не пугаться трудностей, не останавливаться на этом пути, который вы уже выбрали. Может быть, и будут какие-то сложности. Хотелось бы, чтобы их было как можно меньше. Я желаю, чтобы путь вот этот, который вы себе нарисовали, чтобы он был очень гладким и очень добрым для вас, без сложностей, без разочарований. Но такого не бывает в жизни. Бывают и какие-то обиды, бывают какие-то неудачи. Я желаю вам подниматься легко, эти все неудачи пытаться преодолеть, не разочаровываться, не опускать руки, а идти вперед, идти к своей цели. И я надеюсь, что в скором времени я увижу вас довольными, счастливыми, добившимися поставленной цели и продолжающими подниматься все выше и выше. И мы будем, и я, и все учителя будем очень рады. Да, каждый раз вот возвращается назад. Кусочек тепла вы уносите, а потом во сто крат возвращаете назад. Надеюсь, делиться будете. Я же научила вас умножать и делить. Ну, значит, будете приходить и делиться. Да, Артем, вот ты видишь, какие проблемы у нас. То ноутбук не работает, то проектор. Это я вот так по поводу делиться. Успехов, удачи. Я в вас верю.
Спасибо большое. Дорогие мои мальчики и девочки, ну вот и подошел к концу такой незначительный, но совсем короткий этап вашей школьной жизни. Кусочек детства. Но я надеюсь, что в истории нашей школы вы оставите яркий, запоминающийся след. И мы, все учителя, я в том числе, будем вспоминать вас только добрыми словами. Потому что вы самые красивые, самые талантливые, самые добрые, самые воспитанные, интеллигентные ребята. Немножко озорные, немножко вредные, жутко самостоятельные, но в то же время неординарные и поэтому, наверное, очень интересные. Я ни на секунду не пожалела о том, что эти 2 года я провела с вами как классный руководитель, как руководитель нашего класса. И пожелать вам хочу, конечно, всего самого-самого наилучшего, чтобы вы уже сами себе пожелали. А самое главное, ну, чтобы все получилось, чтобы все удалось, чтобы вы достигли всего сами в этой жизни. Если ЕГЭ, то на максимальный балл, если ВУЗ, то самый лучший, удобный, престижный, если друзья, то самые верные, а может даже не один, если семья, то самая счастливая. Ну и самое главное, не потеряйте себя в этой жизни, в этой большой свободе, огромной самостоятельности и, ну, не очень легкой дороге. Удачи!